По оперативной информации, учора вечером пассажирский тягник рухался на Санкт-Петербург, коли протаранил автомобиль бетономешалку. От удара грузовик взлетел под отхон. Сошли из рейк 5 из 10 вагонов составу и тепловоз. Самое главное, это то, что человек выехал на красный свет светофора, поэтому столкновение с локомотивом. Водители пассажир КамАЗа загинули на месте. Два машиниста техника легко травмированы. Им оперативно оказали медицинскую допомогу. Пассажиры не потерпели, але их эвакуировали. Толчок, все упало. Остановился поезд. Подороже пассажиры протягнули на іншым составе. Причины сутыкнення высветляются. Катерина Городницкая, Андрей Скоробогатов, Юрий Оласов, новини Могилёв.